если есть на свете рай, это Краснодарский край. Миллер ТВ и Юля Говор в Геленджике, на побережье Черного моря, с прекрасным звездным небом и в отличнейшем месте, где я начинала свое танцевальное, можно сказать, развлекательное прошлое именно с этого места «Факел». И сегодня здесь «Акробанайт» вместе с самыми крутыми кубанскими артистами. Жизнью в городе вообще. Нельзя тусоваться. Знаете, как в Англии давно было запрет, мораторий на повторяющуюся музыку, да. То же самое сейчас происходит. Можете играть рок, можете играть R&B, можете играть всякую шляпу, но только не хаус-музыку. О боже мой, какой ужас! Это единственное, наверное, исключение, самое качественное и самое широкомасштабное сейчас происходит. Посмотрите вокруг нас. Диджей Юг России по версии Диджей Мак. Талантливый молодой продюсер, классный промоутер и просто симпатичный парень, который пригласил нас, команду Миллер ТВ и Юлю Говор на сегодняшнюю потрясающую вечеринку Акробанайт. Акробанайт — это в первую очередь мое творчество и моя подача, мое видение. Я люблю музыку, хаос-музыку, техно-музыку, саунд, техно-саунд. Что танцует Кубай? Ну, у нас в этом деле небольшой прогресс. Завтра будет открытие, ну не открытие, а продолжение вечеринки «Формула». Это дневные вечеринки. И там будет играть легкий хаус, дип. И, в принципе, вот эта музыка у нас сейчас более доминирует. Кубанских парней танцы кубанские. Ну, я сюда приехал недавно, еще не успел изучить, но обычно вот так вот делают как-то, по-моему. Нет? В Геленджике 10 часов утра, это воскресенье, и значит, что в самом разгаре начинается автопати. Очень крутые вечеринки, как ночью, так и днем. Здесь модная молодежь собирается. Можно сказать, бомон Краснодарского края. Вот, но на самом деле люди очень простые, с ними очень интересно. Вот, пожалуйста. Кубанская красотка. А где ваш жених? Какой? С мужиками очень плохо. Проблематично на самом деле, очень. Но я одного нашла. Одного нашла, хороший. Думаю, что выходные удались. Суббота — «Факел», сегодняшнее воскресенье — «Формуле». Я по-настоящему прониклась этим прекрасным раем, Краснодарским краем. И это моя родина, и очень приятно, что здесь проходят такие классные мероприятия, что здесь есть Черное море, свежий воздух и, конечно же, копченая рыбка. Юля Говор, специально для Миллер ТВ из Геленджика.